Привет, мои родные! Сегодня в видео разберем бит трека за 1 миллион долларов. Сколько? Это фит Моргенштерна и Арута. Арут, для тех, кто не в курсе, это тот человек, который купил фит с Биг Бэби Тейпом за 10 биткоинов. 10 биткоинов за фит. Разбор которого также есть на канале. Кстати, хочу напомнить, что в моей группе ВКонтакте вы можете заказать бит, сведения, войстек или рекламу по выгодной цене. Ссылка в описании. Итак, BPM 137 и первый звук, который я накрутил в серуме, вот такой вот колокольчик. На нем у меня висит эквалайзер, стереорасширитель, легкий дилей и реверб. Я не знаю, какой звук использовал плагин, но я подобрал флейту из плагина Flex, отключил у нее встроенные эффекты, накинул на нее эквалайзер, срезав низ и верх, еще один эквалайзер, чтобы убрать резонансы, реверб и шейпербокс для эффекта пленки. По ударным 808. Кик. Клэп. Хай-хэт. Опен-хэт. Такой довольно простой бит получился. Много места под вокал, что очень важно в битах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А ссылку на проект вы можете найти в моем телеграм-канале.